Следующая тема нашей беседы – это периоды жизни. Это сложно для понимания темы, потому что большинство людей слушают от меня это все. Но когда в их жизни это наступает, они удивляются, что такое. Чаще всего люди не понимают, что такое влияние судьбы на личную жизнь. Судьба что сделает с отношениями? Она в буквальном смысле слова гасит чувства. И это временное явление. Чувства могут гаситься в отношениях двумя способами. Первый способ – это осквернение неправильной жизнью. Что такое осквернение неправильной жизнью? Живем для наслаждения, наслаждаемся друг другом, балдеем друг от друга, Богу служить не хотим, у нас все классно, у нас все Кока-Кола, мы в Европе живем. Вот. Это значит, что постепенно отношения начнут приземляться. Приземляться – это означает глубины, чистоты, возвышенности. В отношениях уже не будет, с близким человеком будет не о чем поговорить. У вас не будет, вы не сможете с ним открывать сердце. Между вами есть только работа, семья, дом. Работа, семья, дом, секс. Работа, семья, дом, секс. Все. Это не означает любовь, понимаете? Это означает приземляется, приземляется, приземляется. Потом дальше следующая стадия. Наступает момент, когда вам холодно становится друг с другом, потом противно, а потом вы расходитесь. Это означает осквернение любви. То есть вы, любовь, которая имеет божественную природу, и любовь означает видение в человеке божественных качеств, вы приземлились, то есть вы переключились на человеческое в человеке, вы ушли от божественного в нем. Означает движение любви, циркуляция любви через секс, через квартиру, через дом, через деньги. Циркуляция любви очень затруднена. Энергия любви не движется через эти энергии с большим трудом. Энергия любви движется очень сильно, когда есть чистота, возвышенность, когда есть Бог, когда вы вместе читаете Священное Писание, говорите о святых людях, ходите в храм, молитесь, вы видите в человеке чистоту, хотя это с обыденной точки зрения не понимается как любовь. Но на самом деле вы начинаете видеть, что человек очень хороший, чистый, верный, светлый. Понимаете, вы в нем видите то, что увидели при первой встрече. Только тогда это все в романтических красках было, а сейчас в других красках. Видите, что это тот же самый человек, с которым вы прожили много лет, но он на самом деле очень хороший, чистый, светлый. Потому что вы эту чистоту увидели в нем в результате служения Богу. Вы очистили свои отношения. Понимаете, есть такой термин очищение семейной жизни, очищение семейного эгоизма, понимаете, это очень важный момент в жизни каждой семьи, и это реально люди не делают. Как очищать семейный эгоизм, как сделать так, чтобы не осквернились отношения, чтобы чистота сохранилась? Для этого существуют правила. Правило означает алтарь в доме, означает освящение пищи каждый день. Правило означает приглашать домой друзей, кормить их освященной пищей, говорить о возвышенных вещах, не напиваться, не ползать под столом, не рыгать. Понятно? То есть даже как бы по-европейски там с бокалом вина там много не пьем. Чуть-чуть. Все равно это не то. Понимаете, надо приглашать людей в дом для того, чтобы... это как Господь приходит в дом через людей, понимаете? Потому что Господь живет в людях. Если вы приглашаете друзей в дом, кормите их, заботитесь о нем, говорите о возвышенных вещах, они уходят, и в вашем сердце остается чистота. Вы поругались до этого с мужем, после того, как послужили друзьям, они уходят, вы уже улыбаетесь друг другу, у вас... очистилась среда. То, что вас волновало в отношениях с ним, уже не волнует после этого. И даже если вы просто покормите птичек, скворечник поставите возле своего окна, будете насыпать туда корм, даже птички будут прилетать, клевать, ваш семейный эгоизм будет меньше, вам легче будет жить в этой семье, атмосфера будет лучше. Если даже вы будете подкармливать своих соседей по праздникам, хороший повод, понимаете, праздник наступил, звоните там, допустим, в Европе, все очень скованы. Да, я вас слушаю, я вам пирожки принесла, сегодня праздник. Ой, спасибо большое, всего вам доброго. Забрала пирожки, пошла. Все равно будет легче, понимаете? Все равно будет легче.
Надо постоянно радоваться людям вокруг. Один вайшнав в Америке идет на Новый год. Такой, в шафрановых одеждах такой идет. Увидел, бабушка идет такая, он говорит: «Хари Кришна». Ей говорит, бабушка ему в ответ: «Мэри Крисмас ту ю ту». Она не расслышала. Приятно. Что еще очищает отношения? Отношения очищают, когда люди выходят во двор, садят цветы, облагораживают территорию вокруг. Когда они ходят в храм и кормят там нищих. Когда они идут просто какое-то служение где-то выполняют, ездят в святые места, молятся там вместе, ходят в паломничество. Понимаете, отдых – это очень крутая вещь в жизни человека. Отдых – это означает свободное время. Свободное время очень важно. Вот смотрите, вот вы сейчас взяли и сделали одну глупость. Вместо того, чтобы поехать в Карловы Вары, вы поехали как бы вот в это место. Здесь ничего не обустроено, как бы. Ну, что за отдых? Ну, там ерунда какая-то. Вообще, с точки зрения отдыха, ерунда. Но вы здесь получите в 1000 раз больше. Понимаете? Может быть, не такая комфортная среда. Вы как это, ну, как в казарме там спите, отдыхаете. Среда не такая комфортная, но вы получите колоссальные изменения внутри вашего сердца. Понимаете, так это означает отдых в святом месте. Понимаете, вот такого места больше нет в Бельгии. Понимаете, где вот так в вайшнавской среде, вот в этом. Есть много христианских мест, это тоже хорошо. Я не противопоставляю. Я просто говорю о том, едьте в какое-нибудь святое место в отдых. Можно найти такие святые места, где и гостиница будет хорошая. Будет достаточно отдыха, но вы будете жить при этом под куполом энергии святости, понимаете? Мы сделали, это я так подвожу, это рекламная пауза. Мы сделали такой фестиваль «Благость», понимаете, там просто курорт. Но так как 150 человек, которые молятся постоянно, каждый день обслуживают этот фестиваль, создается такая атмосфера, что вы приезжаете туда, и просто у вас сердце разлетается на части от счастья, понимаете? У меня вот, я буквально вот сейчас до этого был в Таллине. Молодой человек приехал на фестиваль «Благость». 5 раз приезжал. На 5-й раз фестиваль «Благость» его принял. Что это значит? Он нашел жену сначала. Он там нашел жену на фестивале «Благость». Женился. А потом фестиваль «Благость» нашел ему еще работу. Он полностью удовлетворен этим фестивалем. Это реальная история. Ну, то есть, другими словами, я не говорю сейчас, что только вот ваше ограничение – это фестиваль «Благость». Ищите свой отдых, у вас есть отдых, понимаете, ищите. Ищите места в Европе, где есть храмы, где атмосфера чиста, там храмовые комплексы какие-то. Приезжайте там, отдыхайте, чувствуйте счастье, ваша жизнь будет сильно меняться, если вы приезжаете, допустим, куда-нибудь на пляж отдохнуть, там все оскверняется, понимаете, там люди балдеют, ходят, они там ходят, то есть они это, ну, осквернение вашей жизни, чистоты будет меньше в отношениях с мужем, муж будет смотреть на развратных женщин вокруг, которые ему как бы смотрят в глазки строят. Может быть, он в этот раз не согласится, но в следующий раз поедет один уже, понимаете, ну, то есть будет проще, когда жены рядом нет. Понимаете, просто я вам о чем говорю. Я вам говорю, как вам очистить ваши отношения. Вы мне все говорите, Олег Геннадьевич, вы говорите одно и то же. Олег Геннадьевич, загибается наша любовь. Понимаете, это у всех она загибается, потому что живут люди неправильно. Любовь надо очищать. Отношения надо, чем старше семья, тем тяжелее как бы отношения. Это одна песня, я вам сказал, 2 песни есть, которые разрушают. Это одна песня, и она чаще всего встречается. Заморочились, понимаете, устали друг от друга,
Любовь уставших лебедей. То есть, что это значит? Это значит, что люди осквернили любовь материальной жизнью. Они не возвысили свою жизнь. Жизнь семейная предназначена для Бога. Если они не возвысили свою жизнь, чистоты нет в отношении, совести нет в отношении, глубины нет в отношении. Это будет любовь уставших лебедей. Люди устают друг от друга. Понаслаждались друг от друга. Постепенно все тает. Счастье тает друг от друга. Все. И вторая проблема заключается в том, что даже если люди живут правильно, это то, что меня спросили на лекции, говорят, а мы повторяем молитву. Что у нас-то, почему проблемы? Сегодня один молодой человек спросил. А вот это уже другая тема. Понимаете, это не тема уставших лебедей. Это тема плохого периода в жизни. Наступает время, и чувства отшибают. На короткий срок, там полгода, там 8-9 месяцев. Но люди искренне думают, что все. Нет чувств. Я всегда привожу такой анекдот, пример. Бабушка пришла, 80 лет, к врачу. Говорит, у меня, говорит, что-то я не мочусь. Доктор говорит, да кончилась моча уже, все, 80 лет. Анекдот. Отправил домой бабушку, что кончилась моча, 80 лет уже. И люди думают, все, кончилась любовь, как в этом анекдоте. Неправильное мышление у доктора было. Понимаете, искренний человек считает, ну не люблю, ну не чувствую, он меня гладит, ничего не происходит. Что такое вообще? Может, не мой человек, может, я ошиблась вообще. Поднимите руку, у кого вот сейчас раз, нет чувств человеку близко. О, правильно, плохой период. У вас плохой период. Нет, тут девушка за. Плохой период. Еще полгода терпеть придется. Окажется, все, никогда не будет. Ломаю баскетбольную доску и ухожу из большого спорта, понимаешь? Кажется, все уже, ничего не будет. А на самом деле это просто, ну, это судьба вас так за нас водит. И жить невозможно. Что такое? Я не счастье с человеком. Что такое? Как с ним жить? И к человеку кажется, все это навсегда. Но это не навсегда. Но у вас наслаивается одно на другое. Осквернение есть в отношениях. То есть уже до этого было как бы слабенько. А сейчас еще наслоился плохой период. То есть вообще ничего нет, никаких чувств. Все пустота. Понимаете? Ну, то есть часто вот эти две грабли сразу, как бы, человек на две грабли, он на одну наступил, и она им по башке бьет одна, а потом, когда на вторую наступил, ну, вообще невозможно. Понимаете? Вот так у вас. Неправильно жили вместе, а сейчас еще плохой период, но он всего продлится еще 6,5 месяцев, потом опять легче будет. Вот это надо знать, понимать, что это ненадолго. Отшибает чувства у всех. Приходит время, и человек не чувствует близкого человека. Или тебя не чувствует. Но если ты с Богом живешь, Он тебя не чувствует, но бросить не сможет, потому что совесть помешает. Совесть это что такое? Это Бог. Он не пускает человека. Человек уходит. Вот он начинает уходить, когда плохой период. Он не чувствует. Он начинает уходить. Уходит. И уйти не может, потому что его Бог держит за штаны. Так взял его и не пускает. Тот идет. А уйти не может. Это совесть так называется. Совесть так есть. Он думает, ну хороший человек, как бы. Ну как я брошу? Ну хороший человек. Ну не могу бросить. Как-то неудобно. Как-то хорошо получается. Не может бросить. А потом проходит период, и он уже не хочет бросать. Думает, это все нормально у нас.